В эфире информационный выпуск программы «Панорама» в студии Алмазного края Анна Винокурова. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Деньги на благоустройство. Депутат Госдумы от Якутии предложила внести поправки в закон о недрах для создания комфортной жизни в регионах. Долгожданный асфальт. Дорожники Алроса приводят в порядок проезжую часть в микрорайоне Заречный. День России. Жители Айхала рассказали, как можно отметить государственный праздник. И главной теме – поправки в закон о недрах, обязывающие недропользователей развивать регионы присутствия, предложила внести депутат Госдумы от Республики Саха-Якутия Галина Данчикова. Законом о недрах сегодня регулируются отношения промышленных компаний и жителей региона. Например, в населенных пунктах Мирнинского района ответственность недропользователей напрямую влияет на условия и уровень жизни людей. Сейчас парламентарий и, в частности, Галина Данчикова вносит в него значительные изменения. Важнейшие обязательное заключение соглашения о социально-экономическом развитии территории. На практике это выльется в конкретные дороги, благоустройство, спортивные объекты и другие объекты инфраструктуры. По словам депутата, поправки в закон о недрах заставят недропользователей работать на муниципалитеты и их жителей. Помогут перенаправить средства в бюджеты территории, где ведется добыча полезных ископаемых. Это обязательное заключение соглашения о социально-экономическом развитии территории. Внутри можно договариваться, какие условия будут прописаны с точки зрения обязательств. Примеры положительные есть. И, кстати, почему мы говорим, что это надо формализовать? Потому что практика-то есть. Но мы все-таки настаиваем, чтобы это было как обязанность заключения такого соглашения. И что-то должно быть прописано в законе. Мирнинские дорожники по контракту с городской администрацией асфальтируют проезжую часть микрорайона Заречный. В частном секторе бетонного покрытия не было никогда. Теперь территория там преображается. Дорожники обещают закончить работы в кратчайшие сроки. Для этого запустили мобильный асфальтобетонный завод. Подробности у Романа Муконина. Очередная порция песка, щебня, обильно сдобренная мазутом, и продукт почти готов. Затем его варят при температуре 140 градусов и в горячем виде отправляют в кузов самосвала, откуда его развезут по городу. Комплекс мобильный и может быть размещен на любой площадке. Его производительность 80 тонн в сутки. Готовится асфальт под бдительным взором оператора установки. В отличие от своих коллег, он находится в уютном помещении с кондиционером. И поначалу кажется, что ему повезло больше всех. Но, понаблюдав за его работой, понимаем, сидеть тут непросто, и ответственность у него за весь комплекс. Это только кажется, что здесь комфортно и все легко. Работа тяжелая, надо всегда быть в напряжении, смотреть за приборами, чтобы все шло равномерно. Смотреть за датчиками, за приборами. Если где-то упустить момент, то здесь будет это чревато. Может засыпать завод и можно стать надолго. То есть завод должен работать, не переставая. Свежий асфальт укладывают на нескольких улицах Заречного. Работают профессионалы с многолетним стажем работы. Коллектив в МУАДе крепкий и текучести кадров практически нет. Поэтому за качество работ отвечают. За две недели здесь уложат 3000 тонн асфальтовой смеси. Процесс укладки асфальта достаточно трудоемкий, так как занимает достаточно долгое время для выпуска асфальтобетонной смеси. Подвозки его сюда, к месту производства работ. Ну и непосредственно укладки и уплотнения асфальта. После асфальтирования Заречного работы начнутся в самом городе. Обновить полотно планируют на улицах Советская и 40 лет Октября, а также на шоссе Кузакова. Роман Муконин, Александр Еремин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В Алросе проводят месячник пожарной безопасности. В этот раз от формального подхода перешли к практическим действиям. Провели учения. Утром 10 июня в здании Объединенного центра обслуживания Мирного сработала пожарная тревога. В этот момент там находилось 270 человек, и они оперативно покинули помещение. Дальнейшая проверка кабинетов показала пустые рабочие места и отсутствие людей в здании.
оценка положительная, потому что в соответствии с нормами по эвакуации, на эвакуацию от здания, из здания дается от 3 до 5 минут. Персонал отработал хорошо, автоматика отработала исправно, отключила все инженерные системы защиты, открыла все магнитные замки на запасных выходах, и проблем с эвакуацией персонала не было. Те, кто не покинул вовремя здание и был бы обнаружен на рабочем месте, было бы привлечено к дисциплинарной ответственности вплоть до лишения части 13-й зарплаты. И про пандемию. Суточный прирост заболевших коронавирусом в России впервые с марта превысил 10 тысяч. Рост заболеваемости летом связан с увеличением мобильности и более интенсивным общением граждан между собой. По словам директора научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александра Гинзбурга, среди невакцинированных от коронавируса увеличение новых случаев заражения естественно. Он призвал россиян вакцинироваться и отметил, что те, кто сделал прививку в случае заражения, переносят инфекцию в легкой форме. Что касается статистики, по данным регионального оперштаба, в Якутии количество заболевших COVID-19 уже не первую неделю держится на одном уровне. Максимальное число инфицированных выявили 10 июня – 103 случая. Минимальное – 11 июня – 99 заболевших. Нюрбинский горно-обогатительный комбинат готовится к запуску нового мобильного сортировочного комплекса ПСК-150. На этом оборудовании горняки смогут проводить предварительную переработку алмазоносных песков и подготовку их для дальнейшего обогащения на двух фабриках комбината. Для получения готовой продукции на фабрике номер 15 готовят концентраты, которые дальше обрабатывают в общей технологической схеме 16-й фабрики. Их существующая мощность до 300 и 600 тысяч тонн в год. Запуском мобильного сортировочного комплекса горняки смогут увеличить объем переработки песков до 1 миллиона 200 тысяч тонн в год. Добыча алмазов тоже вырастет на 1 миллион карат в год. Тестирование оборудования включает в себя два этапа. Это, значит, первое — индивидуальные испытания оборудования непосредственно после монтажа, и потом пусконаладочные работы с комплексным опробованием. Значит, индивидуальные испытания у нас запланированы на 15 июля, комплексные испытания и пусконаладочные работы с 1 августа по 14. В дочерней компании «Алросагаз» ценят специалистов с большим опытом. Один из них – Владимир Сидоров. Оператором добычи газа он работает больше 10 лет. Почему их называют людьми, которые отвечают за голубое топливо, узнавала Ивана Филиппова. Владимир Сидоров проводит продувку оборудования для отделения газа от примеси. Именно сюда, в установку комплексной подготовки газа, из скважин поступает голубое топливо. Работа оператора очень ответственная. Хоть и большая часть процессов автоматизирована, необходим контроль. Все зависит от нас. Как будет скважина работать, как будет подаваться, в каком количестве газ на газопровод. Задача службы – подготовить газ к транспортировке. Отсюда голубое топливо попадает в магистральный газопровод. Далее транспортируется на основные объекты «Алроса» – котельные, рудник интернациональный и другие. Также газ провели и в село Тасюрях. Всего вводом жизнь сельчан поднялась на новый уровень. После смены Владимир Сидоров спешит домой, где его ждет семья, любимый внук. Владимир считает себя счастливым человеком. Есть любимая работа и надежный тыл, семья. За столом домочадцы с удовольствием рассказывают будни и новости. Вместе решают насущные вопросы. Отец большого семейства в свободное время любит охотиться и рыбачить. У них свое хозяйство. Все натуральные. Сливки, кюрче. У нас вот творог. Детей и внуков с малых лет приучают труду. Ребята помогают родителям во всем. Только своим примером можно привить любовь к работе, говорит Владимир Сидоров. В деревне жить хорошо, все свое. Главное, чтобы работа была. А если есть работа, мы будем вот так строить дома, растить детей и внуков.
Нефтегазовой отрасли Владимир посвятил больше четверти века. Его мечта – передать свой опыт детям. Возможно, через несколько лет сыновья продолжат его дело. Ивана Филиппова, Александр Ерёмин, телеканал «Алмазный край». «Алроса» представляет компанию «Только настоящие бриллианты», сообщают РИА Мода Новости. Проект стартует в России в июне этого года. Тогда в алмазной компании выпустят летнюю серию бриллиантов украшений «Алроса Даймондс». Героиней компании стала голливудская актриса Ана де Армас. Цель проекта – обратить внимание ценителей ювелирных украшений на истинную ценность бриллианта, его уникальность и истории происхождения. «Мы – единственная компания в мире, которая предоставляет абсолютные гарантии происхождения бриллиантов в украшении, так как от самого момента добычи алмаза до момента, когда бережные руки мастера помещают ваши украшения в заветную подарочную коробочку, он ни на минуту не покидает периметра компании. Мы готовы поделиться интересной историей создания каждого нашего бриллианта, приоткрыв вам тайны того, где и когда он был извлечен на свет, каким огранщиком был огранен. И с гордостью можем сказать, что действительно создаем украшения с безупречной историей», отметила Ирина Морозовская, генеральный директор ювелирной группы «Алроса». День России отмечают завтра, 12 июня. Это один из самых молодых государственных праздников Российской Федерации. В этот день, 31 год назад, была подписана Декларация о независимости страны. Этот праздник считается символом национального единения и гражданского мира. В Якутии в День России пройдут онлайн-флешмобы и акции, праздничные концерты. Как еще можно отпраздновать День России? Ответы в нашем эфире. Раньше раздавали ленточки в цветах российского флага. Я считаю, что можно было повторить эту акцию. Я думаю, что можно с детьми пустить разноцветные шары в небо. Это будет очень красиво. Но я думаю, это все-таки патриотический праздник, день как бы гражданского единства, День России. И сейчас, наверное, в интернете будет проходить очень много акций. Самое простое – принять в них участие, поддержать какие-то акции. Я думаю, что можно с детьми нарисовать рисунок, выложить в соцсетях, устроить какой-нибудь конкурс, посвященный этому Дню России. Сходить с семьей, например, в кафешку, отметить там, заказать коктейли, суши, пиццу, роллы всякие. Я думаю, можно выйти на природу, собраться с друзьями, провести время с детьми и отдохнуть в хорошей компании. Чем интересовались подписчики «Алмазного края» в социальных сетях на этой неделе? Какие видео и темы попали в центр внимания? Об этом в традиционном лайк-рейтинге расскажет Никита Кисляков. Лайк-рейтинг смотрите не только вы, но и все наши корреспонденты, чтобы узнать, кому досталось золото на этой неделе. Прививки от коронавируса в национальном календаре вакцинации. Государственная Дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Мы желаем вам здоровья не только физического, но и духовного, состояние которого редакция проверила ко Дню русского языка. Также в городе скоро появится новое кафе с вкусными тортами, латте и свежим сливовым соком. Теперь можете перевернуть и посмотрите, где у вас были ошибки. Стая лебедей прилетела на производственный объект «Алроса». Ее заметили работники дражного полигона в Мирнинском районе. Птиц здесь видят второй год подряд. У меня на этом все. Я напоминаю, что новости региона также доступны в социальных сетях.